В межевической средней школе есть музей. Здесь представлены предметы быта недалекого прошлого, военные экспонаты, то, что можно увидеть в любом школьном музее. Но есть и не совсем типичное. Среди них церковная книга приходов и расходов XIX века. Послушаем девятиклассницу этой школы. Волченкова Екатерина. Нам недавно зимой передали эту книгу. Книга про расходы и доходы церкви Костовского благочиния, выданы из Литовской духовной консистории августа 10 дня 1891 года. Во время уборки храма была найдена эта книга Мухаревская Оксана Николаевна, которая поет в хоре, передала протоиерею Николаю Щуку, и он разрешил передать нам в школьный музей. Мы можем узнать из этой книги, что сколько церковь получала в те времена и сколько она тратила. Это все касается окрестных деревень? Нет, только нашей Межевичи. Только Межевичи? Только Межевичи. И все, что связано с храмом? Что связано с храмом. А часто вот дети приходят сюда, часто им рассказывать? Да, очень. У нас проходят экскурсии в нашем музее. Людмила Юрьевна Засимович, учитель истории, рассказывает много на уроках и вообще на экскурсиях детям и вот постарше детям. А с других школ бывает у вас? Иногда, да, приезжают.